То была эпоха, скажет мыслитель о времени Высокого Возрождения, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов, ошеломивших мир свершениями человеческого духа. Один из них – Рафаэль, подаривший людям в образе Мадонны бессмертную надежду. В одном веке и в одной стране с ним жили и творили Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти, но в сердцах людей он останется первым среди трех. Удивительные женщины – матери гениев. Они тихо приходят на нашу бренную землю, в заветный час принимают в себя бесценный дар новой жизни, рожают, кормят, лелеют детей. Нередко угасают в преждевременных сумерках непрожитых лет, отдавая всю материнскую, нерастраченную силу маленькому гению, чтобы тот, повзрослев, готов был вдохновенно создавать шедевр за шедевром, равных которым еще не знал белый свет. Маджия ди Батиста Чиарло. Одна из них. Добрая, красивая, с нежной кроткой улыбкой, дочь преуспевающего купца. Она совсем юная вышла замуж за Джованни Санти, придворного поэта-хрониста и живописца урбинских герцогов. В ожидании своего первенца Маджия частенько выбиралась в лавку на торговой площади, покупала там материю, ленты, кружева для распашонок и младенческих чепчиков. И, возвращаясь домой, проходила мимо заветного места, на котором спустя десятилетия предстояло взметнуться памятнику, возведенному благодарными потомками ее сыну, величайшему художнику, вырвавшемуся далеко за пределы своего века и богатой талантами Родины. Бронзовый, подернутый паутиной времени, в рабочей блузе и с палитрой в руке, он будет стоять на высоком постаменте, обратив взор к горным вершинам у далекого горизонта. И лишь ветер, насыщенный ароматами трав и цветов, всевозможными пестрыми запахами, унесенными с торговых площадей, жаровень домашних очагов и раскаленных зноем черепичных крыш, будет овевать его в вышине. Но когда это еще случится? А пока подошел срок, и 28 марта 1483 года, в самый скорбный день, в Страстную пятницу, в 3 часа по полуночи, в доме Джованни Санти раздался звонкий крик появившегося на свет младенца. Родившемуся мальчику дали имя Рафаэлину, Рафаэль Санти. Единственного своего сына чудолюбивый Джованни строго-настрого запретил отдавать кормилице. В его представлении лишь с молоком матери ребенок мог впитать свойственные ей добросердечие, жизнерадостность и благоразумие. Кто поручится, что подобными качествами наделена чужая женщина? Время показало, что Маджия действительно сумела передать мальчику свою душевную щедрость и благородство, и ясный взгляд на мир, за который его потом так любили окружающие. Дом, в котором родился Рафаэлину, располагался на улице Контрада дель Монте, тянущейся от шумной торговой площади к палаццо Дукале, обширной резиденции семейства Монтефельтро. Возведенный по проекту лучших архитекторов эпохи Ренессанса Мазо де Бартоломео, Лучано Лаурано, Джорджио Мартини, украшенный элегантными башнями, восхищавший всех превосходными интерьерами, этот величественный замок словно вобрал в себя весь остальной город, став средоточием политической, общественной и культурной жизни Урбино. Что же касается дома семейства Санди, то стоит заметить, что предкам Рафаэля в свое время пришлось изрядно попотеть и заручиться поддержкой фортуны, чтобы занять подавающее положение в обществе. Его прадед, сеньор Перуцолло, бежал с опустошенного неприятелем родного Колбордолу сюда, в Урбино, столицу небольшого итальянского герцогства, надеясь на защиту могущественного патрона Федерико II Монтефельтро. Потеряв все нажитое, Перуцолло
поначалу жил с семьей в крайней бедности, но занявшись торговлей антиквариатом, постепенно поднялся и оставил затем неплохое наследство сыну Джованни, отцу будущего гения Рафаэля Санти. Мальчик рос в атмосфере любви и ласки, родители трогательно заботились о нем, но счастье семьи было непродолжительным. Маджи после других неудачных родов стала чахнуть. Из спальни все чаще доносился ее изнуряющий кашель. Она с тоской всматривалась в ангелоподобное лицо маленького сына, расчесывала его прекрасные густые волосы, обнимая, прижимала к себе и подолгу не отпускала, словно в предчувствии скорого конца старалась согреть его на долгие годы вперед. Маджи умерла, едва Рафаэлину исполнилось 8 лет. Все, что осталось ему, это светлые, овеянные безмерной грустью воспоминания, тоска по обожаемой матери, еще фреска на стене родительского дома. Создавая ее, Джованни Санти в качестве модели для Мадонны с младенцем усаживал перед собой жену с годовалым ребенком на руках. И вот теперь, осиротев, Рафаэлину подолгу простаивал у изображения, вглядываясь в бесконечно дорогой образ. Не это ли маленькой фреске, воспевающей чудо материнства и таинство жизни и смерти, обязаны своим появлением его будущие живописные шедевры, с которых смотрят в мир прекрасный в своей целомудренной чистоте и божественной силе Мадонны? Горе овдовевшего Джованни Санти было безгранично. Горячо любимой жене он видел идеал женщины. Спустя некоторое время он попытался вновь завести семью, но тоска так и не отпустила его сердце. Через 3 года после смерти Маджи и сам Джованни отправился вслед за ней в мир иной, оставив сына на попечение его дяди, священника Фра Бартоломео. А до этого глубокая печаль отступала от посидевшего отца Рафаэлину лишь тогда, когда он погружался в работу. Одну за другой писал он алтарные картины для церквей маленьких умбрийских городов Кали, Фарно, Градара, не забывая, впрочем, и об обязанностях, налагаемых на него герцогским двором. Особая радость отеплила сердце Джованни Санти, когда он заметил, что сын проявляет серьезный интерес к рисованию, и взялся за его обучение. Будучи образованным и умным человеком, Джованни оказался неплохим педагогом. Рафаэлино то с усердием растирая краски на каменной палитре, то сопровождая отца в поездках в качестве подмастерья, слушал его рассказы об истории Урбино, об италийских племенах, населявших его земли, о коварных лангобардах, о гвельфах, о гибеллинах. Кроме того, в роскошном дворце Монтефельтро, куда Джованни брал иногда сына, хранилась богатейшая коллекция картин лучших мастеров живописи, фрески и прочие художественные ценности, в том числе и найденные при раскопках предметы античного искусства. «Учиться, — советовал отец Рафаэлю, — надо у тех, кто сам способен постигать новое». Милуцио да Форли, расписавший Ватиканскую библиотеку, Андреа Монтенья, поразивший всех фресками в Палаццо Дукале, в Мантуе, братья Ван Эйки, совершившие переворот во фламандской живописи 15 века. Это они, как и о многих других восхищенных, писал Джованни Санти в своих рифмованных хрониках, попутно приобщая к величайшим достижениям искусства любимого сына. Юного Рафаэля привлекала интеллектуальная атмосфера, царившая при дворе герцога Урбинского. В Палаццо Дукале в то время собиралась вся художественная элита Италии. Сам же дворец своим возрожденческим духом более чем кому-либо другому был обязан герцогу Федерико II де Монтефельтро. Успешный военачальник, кавалер ордена Подвязки и ордена Горностая. Он слыл не только всесторонне образованным человеком, но и щедрым меценатом.
не упускавшим возможности поддержать истинный талант. Именно по его инициативе в Урбино было воздвинуто грандиозное здание оперы, кафедральный собор, множество религиозных и гражданских заведений. Герцог тратил колоссальные средства на приобретение картин, гобеленов, всевозможных раритетов. Ни один европейский университет не располагал столь роскошным собранием старинных манускриптов, каковое хранилось в массивных шкафах его уникальной библиотеки. После смерти герцога Фредерика II, случившейся за год до рождения Рафаэля, благородные традиции бережного отношения к культуре и искусству остались приоритетными в династическом кругу Монтефельтро и были затем поддержаны наследниками из рода Делла Ровере. Рафаэль, посещая палаццо, внимал беседам ученых, поэтов, художников, с любопытством прислушивался к спорам философов об идеальном универсальном человеке. Их речи будоражили его воображение, пробуждали страсть к познанию мира. Знакомство с жизнью герцогского двора, с царившими в этой среде обычаями и правилами, очень пригодилось Рафаэлю впоследствии, когда ему пришлось иметь дело с заказчиками из самых привилегированных знатных слоев общества. Именно здесь, в Палаццо Дукале, произошло исключительно важное для Рафаэля событие – встреча с графом Бальдассаре Кастильоне. Поэт, философ, дипломат, состоящий при Урбинском и Мантуанском дворах, этот автор знаменитого трактата «Придворный» был известен как сторонник передовых гуманистических идей. Спустя годы Рафаэль станет ближайшим его другом и, увидев в яркой, неординарной личности гармоничный, жизнеутверждающий идеал совершенного человека эпохи Возрождения, создаст портрет графа Бальдассаре Кастильоне, один из самых блистательных в его портретной галерее. Сам же граф оставит о великом художнике такие строки: «Появляются на свет порой люди, имеющие столько изящества, что кажется, будто они не рождены, но некий Бог их сотворил собственными руками и украсил всеми духовными и телесными благами». Как бы ни был велик отпущенный природой талант, но и он нуждался в наставниках. По словам Джорджа Вазари, Рафаэль настойчиво постигал премудрости живописи, сначала помогая отцу в его творческих занятиях. После смерти Джованни Санди следующие 5 лет он провел в мастерской придворного живописца Тимотея Витти и, совершенствуя под его руководством технику письма, глубже освоил художественные традиции умбрийской школы. Другим его учителем был евангелиста да Пьян ди Милетто. Не зря старинный Урбино, уютно окруженный зелеными холмами и горными склонами, из-за особенностей архитектуры, прозванный городом-дворцом, считался одним из блестящих культурных центров Италии. Не только в Палаццо Дукале, но и просто на его узких, словно ножом прорезанных улочках и широких площадях можно было столкнуться с прославленным поэтом, музыкантом или художником. Рафаэль, взрослея, тщательно изучал работы Пьеро Делла Франчески, новатора в области цветовой и световой моделировки предметов в пространстве, автора, известного своей неподкупной реалистичностью портрета Федерико де Монтефельтро. Внимательно ознакомился он и с произведениями Луки Синьорелли, да и многих других живописцев. Они будили его вдохновение, заставляли вновь и вновь браться за карандаш и кисть. Однако трудно не согласиться с исследователем творчества великого художника Грищенкова, считавшим, что живые разнообразные впечатления детских и юношеских лет больше, чем прямые наставники, способствовали воспитанию молодого мастера. Действительно, любовался ли юный Рафаэль архитектурными постройками или окрестными пейзажами? Наблюдал ли, прячась в зарослях тростника за игрой окуней и щук в темных водах Тразименского озера?
всматривался ли в лица идущих на церковную службу женщин, примечал ли движение дождевых капель по каменной кладке крепостной стены, или же созерцал трепет серебристых листьев старой оливы. Все это встраивалось звучным аккордом в симфонию его будущих живописных работ. Нет, он не стал пейзажистом, но научился блистательно располагать живой образ в контексте окружающего его пространства, земного и небесного. Сюзерены города не оставляли вниманием Рафаэля. Герцогиня Елизавета Гонзага и Джованна делла Ровере взяли юного живописца под свое крыло и в нужный час вручили рекомендацию, характеризующую его как высокоодаренного, исключительно трудолюбивого, ответственного и чувствительного юношу с хорошими манерами. С такой аттестацией можно было отправляться и в прекрасную Флоренцию, и в избалованный талантами вечный город Рим. Но прежде, в 1499 году, 16-летний Рафаэль Санти покидает Турбину и направляется в Перуджу, чтобы продолжить обучение в мастерской ведущего представителя Умбрийской школы Пьетро Ди Христофоро Вануччи, прозванного Перуджино. Рафаэль Санти еще не раз навестит Урбину, чтобы почерпнуть в нем силы и вдохновение, подобно тому, как черпали их поэты и музыканты из Кастальского источника на легендарном Парнасе. А пока дорога кажется ему нескончаемо долгой, хотя растянулась всего на каких-то 80 километров. Она то резво вьется узким серпантином, устремляясь на вершину залитого солнцем плато, то, словно устав, притормаживает и лениво плетется по лесной просеке, убаюкивая путников бальзамическими ароматами перегретой на солнце хвои. В мастерской Пьетро Перуджино юный Рафаэль поначалу чувствовал себя несколько скованно, ведь перед ним был признанный мастер, о котором еще от отца доводилось слышать много лестных отзывов. В художественных кругах Перуджино считался признанным корифеем монументальной живописи. Это он исполнил на алтарной стене Сикстинской капеллы Вознесения Девы Марии, Рождество, Нахождение Моисея, а также спокойную и величавую фреску «Передача ключей», на которой изобразил коленопреклонную фигуру Петра, принимающего из рук Христа символический ключ. А как замечателен был его святой Себастьян. Или же Мадонна с четырьмя святыми и величаво строгой и торжественной трактовкой образа Девы Марии. Рафаэля в творческой манере учителя восхищало многое. И гармоничная ясность подачи образа, и свободное расположение фигур в пространстве, особенно заметное в многофигурных композициях, и нежная гармония красок, и явное стремление к подчеркнуто выразительной трактовке сюжетов. С юношеской страстью прилежный ученик начинает подражать Перуджино и достигает вскоре поразительных результатов. Случалось, что сам учитель не мог отличить свой шедевр от ученической копии. Безусловно, поэтичное искусство ведущего мастера Умбрийской живописной школы оказало благотворное влияние на весь ранний период творчества Рафаэля. Однако вскоре его почерк уже заметно отличается от почерка Перуджино. Милой, спокойной созерцательности своего учителя Рафаэль противопоставляет движение и порыв, как, например, в «Святом Георгии и драконе». Уже в самых ранних своих работах «Сон рыцаря», «Три грации», «Мадонна Конестабеле» он стремится к безупречной гармонии формы, колорита и ритмики рисунка. Сюжет небольшой композиции «Сон рыцаря» основан на легенде о выборе человеком жизненного пути. Перед юным рыцарем, пребывающим в сладкой неге, на фоне прекрасного пейзажа в аллегорической форме предстают соблазн и праведность, вечно противоречащие друг другу, тяга к удовольствию и добродетель.
И хотя рыцарь внешне еще недостаточно мужественен, кисть художника одаривает его тем самым необходимым разумным душевным равновесием, которое спасает мечтательного юношу от рокового внутреннего конфликта. «Сон рыцаря» составляет изящный диптих со следующей картиной Рафаэля Триграции. В ее основе древний миф о Геспиридах, прекрасных дочерях богини ночи, охраняющих золотые яблоки в саду и символизирующих бессмертие. Интересно, что здесь художник своей кистью впервые связал воедино легендарно далекие времена со своей эпохой, поместив античную группу на фоне умбрийского пейзажа. Рафаэль был замечен и оценен еще на раннем этапе художественного становления. Известно, что одна из его картин «Святой Георгий убивает дракона» была отправлена герцогом Урбинским Гвидобальдо да Монтефельтро в подарок английскому королю Генриху VII. Этому же до флорентийскому времени принадлежит созданный Рафаэлем в 1503 году большой алтарный образ «Коронование Марии». Ранние этапы его творчества завершают такие работы, как «Мадонна Конестабили» и «Обручение Марии». Здесь уже и сочетание красок, композиционные приемы и отношение к художественному повествованию свидетельствует о стремительном совершенствовании таланта юного живописца. Стоит отметить, что именно с Мадонны Конестабили Рафаэль заявляет о себе как о будущем непревзойденном мастере Мадон. Эта тема становится главной во всем его последующем творчестве. Изыскана простота сюжета Мадонны Конестабили. На фоне гряды холмов, тонкоствольных деревьев, реки и венчающего зеленую равнину высокого голубого неба расположилась с молитвенником на руках юная Мадонна с младенцем. Наклонившись, дитя с любопытством тянется к книге, словно пытаясь вникнуть в суть ее содержания. Эта вещь выполнена в деликатной, тончайшей технике, свойственной миниатюрной живописи. Композиция вписана в полусферу. Удивительно мягок абрис склоненной головы Мадонны, ее плеч и рук. У нее, как и у будущих Мадонн Рафаэля, гладкие волосы, чистый овал лица, целомудренный девственный лоб и ниспадающее покрывало, охватывающее фигуру сверху донизу единым плавным контуром. Эта картина очаровывает высокой поэтичностью и особой тихой радостью бытия. В то время как будущий ученик из Урбино переступил порог его мастерской, Перуджино вдохновенно работал над алтарным образом обручения Марии для собора Сан-Лоренцо в Перудже. Евангельский сюжет этой картины, повествующий о важнейшем событии в жизни Богоматери, ее обручение с Иосифом Блотником и предшествующая этому история о посохе Иосифа, рассветшем по велению Божию, захватил Рафаэля. Учитель и представить себе не мог, что всего лишь 4 года спустя милый хрупкий юноша с внимательным взглядом прекрасных темных глаз замахнется на этот же сюжет и исполнит его блистательно. Написанная по заказу семейства Альбицини для церкви Сан-Франческо, расположенной в умбрийском городке Чита де Кастелло, эта картина как бы завершит первый этап творческого развития Рафаэля, свидетельствуя об определенной зрелости художника. В обручении Марии Рафаэль продемонстрировал зрелое владение перспективой и стремление к монументализации образа в духе Чинквиченто. По наблюдению Бенуа, в ней все приведено в золотой мир. Происходящая на фоне чудесной архитектуры сцена обручения Марии и Иосифа раскрывает тему покорности, полного предания судьбы во власть высшего начала. Выразительны фигуры всех участников действия. Словно окутанные воздухом и свободные в своем движении, лишь на один торжественный миг замершие под строгим взором первосвященника-патриарха.
Композиция картины уже явственнее, чем предыдущие, демонстрирует отход Рафаэля от давлеющей над ним поначалу творческой манеры Перуджино, несколько схематичной и утомляющей из-за ее приверженности к жесткой пространственно-ритмической симметрии. Рафаэль экспериментирует, ищет иные пути организации художественного пространства, стремясь к более непринужденному и изящному сочетанию всех ее элементов. Эта прекрасная работа уже целиком принадлежит искусству высокого возрождения. В Перудже для церкви братьев Сервитов Рафаэлем будет исполнена фреска по евангельскому сюжету из жизни Иоанна Крестителя и святого Николая. А для монастыря Камальдульского ордена и капеллы Девы Марии он создаст великолепную алтарную картину, изображающую Христа во славе и Бога Отца в окружении ангелов и святых. Видимо, самого художника удовлетворила эта работа, поскольку он оставил на ней выразительную подпись. В 1503 году Перуджино переезжает во Флоренцию. Годом позже за ним туда же последует и Рафаэль. Он без сожаления покинет Перуджу, эту древнюю столицу этрусков, с ее чудесным двухъярусным фонтаном и тысячелетней аркой, город, каменные плиты которого, казалось, все еще помнили яростный топот римских легионеров и тарахтение набитых поклажей повозок, на которых заполнившие многострадальную Умбрию племена варваров тащили свою добычу. Впереди была Флоренция, новые рубежи, новый творческий взлет. Расположившаяся у подножья северных Апеннин Флоренция как нельзя лучше соответствует имени данному ей еще древними римлянами – Флорентия, то есть цветущая. Из военной колонии со временем она превратилась в величественный город с прекрасными архитектурными сооружениями, соборами, церквями, мостами, башнями, памятниками и домами. Музыканты и поэты, художники и ваятели, архитекторы, ювелиры, купцы, ремесленники всех мастей – кто из них не мечтал пройтись по обжитому многочисленными лавочками средневековому мосту Понте-Векью через реку Арно? Да и не только побывать здесь, но и поселиться в райском месте под прекрасным небом, которое не могли омрачить ни темные дождевые тучи, ни обещанный проповедником Савонаролы карающий небесный огонь, готовящийся в любую минуту пасть на головы беспечных грешников. Этот уникальный город подарил миру величайших мастеров изобразительных искусств и стал прославленной родиной Ренессанса. И вот Рафаэль Санти во Флоренции. К этому времени уже написано «Джоконда Леонардо». Над городом высится величественное творение Брунеллески «Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре», увидев который сам Микеланджело восторженно воскликнул: «Трудно сделать так же хорошо, нельзя сделать лучше». А уж что там восклицали горожане и многочисленные паломники в то время, как над площадью Синьории вознесся сияющий белизной карарского мрамора Давид великого Микеланджело. Представить нетрудно, что их восхищению не было предела. В багаже уступившего на флорентийскую землю Рафаэля самой ценной вещью было составленное по всем правилам этикета рекомендательное письмо конфалонеру республики Пьеру Содерини от сестры герцога Урбинского Джованны Фельтрия, вдовы Джованни де ла Ровере,
Однако, как оказалось, даже восторженная рекомендация герцогини не гарантировала Рафаэлю на новом месте ни собственного угла, ни крупных церковных заказов. Он находит их сам, разъезжая по городам и весям Тосканы и Умбрии, совершенствуя живописный опыт там, где удается получить работу. Но он очень молод, его хватает на все. Постепенно, благодаря Перуджино, круг общения Рафаэля расширяется. Флорентийский архитектор Пачо Даньоло приглашает молодого художника в свою мастерскую, в которой по вечерам ведут оживленные беседы люди искусства. Скульптор Сансовино, живописцы Бастиано да Сангао и Герландайо, да и многие другие. Там же Рафаэль знакомится со своим будущим покровителем Таддео Таддеи. В это время во Флоренции продолжает работать Леонардо да Винчи. Великий Микеланджело в помещении при больнице цеха красильщиков трудится над картоном «Битва при Кашине» и, готовясь к титанической работе над скульптурой евангелиста Матфея, пишет единственную свою картину «Дон Додони». Рафаэль пытается вникнуть в стилистику и методы работы прославленных мастеров. Под гулкими сводами капеллы Бранкаччи он вглядывается в творение Мазаччо, досконально исследует Наоро Сан-Микеле, барельеф Донателло, чтобы вновь вернуться к теме святого Георгия. Он не выпускает из рук серебряный карандаш, иногда, забывшись, хватается за лицо пальцами, перепачканными цветными мелками. И одну за другой делает немыслимое количество зарисовок с обнаженной натуры, изучая анатомию и пластику движения тела, особенности его разнообразных поз, осваивая всевозможные ракурсы, учась моделировать светотенью сложные объемы. Рафаэль сознавал, пишет Вазари, что в анатомии он не может достичь превосходства над Микеланджело. Как человек большого рассудка, он понял, что живопись не заключается только в изображении нагого тела, что ее поле шире. Не будучи в состоянии сравняться с Микеланджело в этой области, Рафаэль постарался сравняться с ним, а может быть и превзойти его в другой. Постепенно Рафаэль отказывается от мелочной детализации, характерной для Кватрочента, и старается идти по линии типических обобщений. Он анализирует все то, что кажется ему новаторским у других, но не использует слепо их достижения, а лишь выверяет ими свой путь. Его конек – глубокий синтез. Пример тому созданное Рафаэлем во Флоренции положение во гроб, звучащее мощным аккордом во славу Перуджино, Монтеньи, Фра Бартоломео и даже Микеланджело. Но откровенный драматизм не его стезя. Вообще же Рафаэль старается добиться такого мастерства, чтобы оно не бросалось в глаза, не самодекларировалось, а наоборот заставляло все то, что он, художник, создал на доске или картоне, жить самым естественным и гармоничным образом, вовлекая в изобразительное пространство любого, кто заинтересуется им. Основной темой флорентийского периода творчества Рафаэля становится «Мадонна с младенцем». Таких произведений им создано около 15. Лучшие из них свидетельствуют о значительных изменениях, произошедших за последние годы в мировоззрении художника. Образы его Мадонн становятся более возвышенными и в то же время эмоционально более открытыми. Не просто вообразить, каким образом молодой человек смог настолько проникнуться состоянием матери, дитя, которое предназначено для столь великой миссии, что смог создать такие шедевры, как «Мадонна дель Грандука», «Мадонна с очередленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница». И это только наиболее известные из работ на эту тему. А есть и не менее замечательные по исполнению. Это и «Мадонна Эстерхази», и «Мадонна под балдахином», и «Мадонна колонна», и «Мадонна Тирановова»,
и написанная по заказу английского лорда, преисполненная необычайной нежности, маленькая Мадонна Каупер. Многие из этих картин отмечены новыми, более сложными композиционными исканиями и высоким мастерством, идущим от четкой живописной традиции флорентийской школы. Рафаэль любит размещать фигуры на фоне того или иного идиллического пейзажа с туманными берегами, убегающими грядами холмов, подсвеченными облаками и возвышающимися над поэтическим ландшафтом замками, выстраивая композицию по типу треугольника или пирамиды, так как она просматривается у Леонардо в его «Мадонне в скалах». Или же наоборот, художник отказывается от какого бы то ни было пейзажа. В полуфигурной композиции «Мадонна де Грандука» он затеняет фон, стремясь окутать создаваемый образ леонардовской сумрачной дымкой. Настоящим шедевром называют поклонники таланта Рафаэля его «Мадонну со щегленком». Здесь все дышит умиротворенностью и гармонией. Лицо Девы Марии заботливо склонилось к младенцу, забавляющемуся с птичкой. Маленький Иоанн уравновешивает композицию. Фигуры даны объемно, в картине много воздуха. Легкие кроны деревьев лишь подчеркивают атмосферу тихой нежности, пронизывающей все вокруг. Исследователи творчества великого художника усматривают некую схожесть элементов этого произведения с Мадонной Брюгге, изваянной Микеланджело. Там и тут младенец опирается пальчиками ножек на обнаженную ступню Богоматери. Так проявляется счастливый дар Рафаэля, легко усваивать лучшие достижения художественной культуры и творчески переработав полученные впечатления, обогащать ими свое искусство. Эти годы, несомненно, стали решающими для его формирования. Меняется язык форм. Прежние статичности, делавшие композицию Марии с младенцем словно литой, он предпочитает легкую динамику, выражая ее в разнообразных позах и сдержанных жестах. Дитя уже свободнее и естественнее располагается или на руках у матери, или же стоя рядом с ней. Лица Мадонны освещены живым материнским чувством, руки и торс наполнены затаенным движением. Плотное покрывало Марии, символ аскезы, обреченности, все чаще сменяет легкий головной платок или воздушная вуаль. Темы Мадон касались многие мастера Ренессанса, но у Рафаэля они особенные. И не зря он писал их так много, стремясь к преобразованию земного, человеческого в вечное. Еще одну из превосходно разработанных Рафаэлем тем можно назвать тему святого семейства. В ранний флорентийский период на этот сюжет он пишет «Святое семейство под пальмой», «Святое семейство с Агнцем», «Мадонну с безбородым Иосифом». Эти работы отмечены особой пластичностью форм, настроением божественной чистоты и ясностью повествования. В своем дневнике Микеланджело пишет о Рафаэле. Он превзошел старых флорентийских мастеров. Более того, ему удалось порвать с рабской привязанностью к одному и тому же типу женской красоты. Даже благочестивость его Мадон выражается всякий раз по-иному. Он отыскивает свои типажи среди девушек из простонародья и из знатных семей. Успех его творений в жизненной достоверности и удивительной чистоте красок, словно он разводит их прозрачной родниковой водой. Во Флоренции Рафаэль много работает в новом для него жанре портрета, составляющем самостоятельную область его творчества. Еще будучи учеником Перуджино, он делал в этом направлении первые робкие шаги. В людях, изображенных на картинах Рафаэля, пишет биограф, волнует некая неуловимость. Они встречаются с вами взглядами и тут же расстаются. Словно знают, они постоянны, мы сиюминутны.
Гениальному певцу Мадон принадлежит немало выполненных в реалистической манере портретов мужчин и женщин, свидетельствующих о его психологической проницательности, стремлении к глубокому изучению человеческой природы. Рафаэль не вырывает натуру из присущей ей среды, а наоборот, таким совмещением еще больше углубляет характеристику того человека, чей образ запечатлевает своей кистью. Флорентийский период Рафаэля отмечен такими его работами, как портреты Аньолы и Магдалены, Донни, автопортрет, беременная, портрет дамы с единорогом, портрет юноши и немая. Известный всей Флоренции состоятельный торговец шерстью Аньолы Донни был настоящим ценителем искусства и, несмотря на невероятную скупость, все же считал возможным тратиться на произведения живописи и скульптуры. Со своими заказами этот рафинированный поклонник красоты обращался то к Микеланджело, то к фра Бартоломео. Дошла очередь и до Рафаэля. Ему было заказано два портрета – самого купца и его супруги, которые художник выполнил в особой манере, как бы объединив их пейзажным фоном в единую картину. Надо отметить, что в этом Рафаэле как раз не был новатором. Схожий композиционный прием встречается у Пьера Долла Франческо, написавшего портреты рубинского герцога Федерико да Монтефельтро и его жены Батисты Сфорца. Но все же и здесь Рафаэль неповторим. Особенно проявляется его великий дар в отображении внутреннего состояния модели, тех потаенных черт натуры, какие не спрячешь ни за беспристрастным выражением лица. Вот перед зрителем на рафаэлевском портрете во всей красе предстает сам Аньоло Донни, в котором, даже ничего не зная, можно с уверенностью сказать, этот человек очень умен, горделив, склонен к анализу и быстрым решительным действиям. А вот его супруга Мадалена Донни, ей художник также дает точную психологическую характеристику через выразительную мимику, надменный взгляд, поджатые губы. Акцентом для выявления тех или иных черт служат здесь и точно выверенные детали, явно избыточные украшения, золотая цепь с медальоном в бриллиантах, жемчуга. Все подано очень торжественно, с большой претензией на исключительность. В портрете беременной женщины Рафаэль уловил то самое выражение погруженности в себя, полуотсутствие во внешнем мире, какое присуще только будущим матерям. Милое, бледное, несколько отрешенное лицо, характерная фигура с округлым животом, трогательно прикрытым рукой, тщательно выписанная одежда. Дух ожидания с этой картины, несомненно, передается и зрителю, вызывая странное смешение чувств, умиротворенности и легкой тревоги за исход столь важного события. Стоит заметить, что многие исследователи творчества Рафаэля, анализируя его портреты, отмечают влияние на него леонардовской Моны Лизы, ставшей на какой-то период евангелием для всех художников. Особенно это проявляется в таких деталях, как поворот корпуса, расположение рук изображаемой натуры. Подобное влияние неизбежно в творческом существовании гениев, аплодирующих друг другу невольными репликами и непреднамеренными цитатами. И, наконец, каждому, кто хотя бы в какой-то мере интересуется искусством, знаком чарующий автопортрет. Художник именно с такой внешностью, задумчивым выражением и мечтательным взглядом, с ласковой кротостью душевного равновесия, освещающими его лицо, мог писать столь прекрасных мадон. Здесь он совсем юн, но весьма стоек в своих добродетелях, которые еще успеет испытать на прочность жизнь, никому на земле не сулящая рая. Его младший современник, итальянский писатель Дольче, говорил, что Рафаэль боготворил в своем творчестве красоту и нежность форм, поскольку сам был изящен и любезен и представлялся всем столь же привлекательным, как и изображенные им фигуры.
В вечном городе Риме Рафаэль словно обретает новое дыхание. Трудно даже вообразить, сколько успеет сделать этот гениальный художник всего за 12 предстоящих лет, отмеренных ему судьбой на воплощение великих замыслов. Одно перечисление займет немало места на странице. Итак, он распишет парадные залы Ватиканского дворца, будет работать над картонами к серии шпалер для декорирования стен Сикстинской капеллы, украсит прекрасными фресками виллу Форнезина, создаст множество великолепных портретов своих современников, продолжит цикл Мадон и вдохнет в жизнь самую совершенную из сотворенных когда-либо кистью живописца Сикстинскую Мадонну. И все это не считая работы над грандиозными архитектурными замыслами, а также огромной напряженной деятельности по контролю за археологическими раскопками Древнего Рима. Будут сменять друг друга папы, своими стараниями превратившие Рим в средоточие Высокого Возрождения. После честолюбивого Юлия II, прозванного Юлием Грозным за властность и неукротимость нрава, понтификом в 1513 году изберут Льва X, любителя театральных мистерий, карнавалов и факельных шествий. Это ему принадлежит оставшееся в веках выражение «Насладимся же папской властью, так как Бог нам ее даровал». Время от времени мертвой зыбью станут повисать над городом слухи то о надвигавшейся эпидемии, то о происках врагов. Будет меняться мода, урожайный будет чередоваться с неурожайным, но при всех этих обстоятельствах неизменным останется стремление тех, кому Бог даровал талант, воплощать его в жизнь, какие бы трудности ни вставали на пути. Итак, в 1508 году, распрощавшись с Флоренцией, Рафаэль направляется в Ватикан, резиденцию папы Юлия II, отдавшего распоряжение о зачислении его на должность художника апостольского престола. Можно предположить, что здесь не обошлось без протекции, и столь высокому назначению посодействовал Браманте, земляк и дальний родственник Рафаэля. Рим, в котором развалины Колизея, триумфальные арки и статую Цезаря постоянно напоминали понтифику и его окружение о величии Древней Империи, требовал преобразований. В воздухе витала тщеславная идея воссоздания могущественного государства. Вскоре сам Донато Браманте, которого папа назначает главным архитектором Ватикана, получает от Юлия II задание на месте старой базилики развернуть строительство нового грандиозного собора Святого Петра. Ватиканский дворец по замыслу понтифика предстояло существенно преобразить, гармонично объединив с другими частями величественного архитектурного комплекса. Особенно большое значение придавалось изменению верхних покоев дворца, так называемых станц. Именно эти помещения было поручено расписать 25-летнему урбинцу Рафаэлю Санти. И не просто расписать, а решить при этом сложнейшую задачу, органично совместив живопись с архитектурой. Имевший сравнительно небольшой опыт в области фресковой живописи, никогда до этого времени не писавший сложных многофигурных композиций, Рафаэль с волнением в сердце приступил к работе. Всего ему предстояло расписать 3 станции Ватиканского дворца. Станцию Делла Синьатура, станцию Делле Доро, станцию Делл'Инчендио. Так сложилось, что ли станцию Делла Синьатура Рафаэль целиком расписал сам. В работе над остальными ему помогали ученики. Для каждой из этих позиций была заготовлена своя отдельная тема. Станция Делла Синьатура предназначалась для весьма важных мероприятий. В ней предстояло скреплять печатью папские декреты и буллы. Соответственно, декорирующие ее композиции посвящались теологии, философии, юриспруденции,
поэзии, четырем высшим наукам и искусствам, изучавшимся в те времена в итальянских университетах. На стенах этого сравнительно небольшого помещения Рафаэль написал фреску диспута «Беседа о таинстве причастия», напротив знаменитую Афинскую школу «Философские беседы». На третьей стене была помещена фреска, прославляющая поэзию «Парнас», на четвертой – олицетворяющая правосудие, символическая группа из трех аллегорических фигур – мудрости, умеренности и силы. На потолке Рафаэль разместил фрески «Грехопадение», «Победу Аполлона над Марсием», «Астрономию» и «Суд Соломона». Основная идея, объединяющая этот величественный цикл, а именно торжество разума и красоты, отвечала устремлениям передовых умов Италии эпохи Высокого Возрождения. Особую известность суждено было приобрести фрескам «Афинская школа», «Диспута» и «Парнас». Сюжет фрески «Диспута» посвящен таинству причастия. Необыкновенный композиционный дар позволяет художнику расположить в объеме художественного пространства огромное число фигур, притом так их организовать, что глаз сразу схватывает любую из них. Расположившись на двух планах, на земле и на небесах, участники так называемой «диспуты» ведут теологический спор. Представители небесной сферы, Святая Троица, Дева Мария, Иоанн Креститель и апостолы восседают над миром на облаках. Представители земного плана, папы, священнослужители всевозможных рангов, а также Данте, Савонарола, Беату Анжелику, устроились на ступенчатом подиуме. В этой композиции проявилось поразительное умение Рафаэля рассказать о сложной теологической проблеме выразительным языком живописи. Фреска «Парнас» – великолепная аллегория, также группирующая на своем пространстве земных и небесных представителей, причастных теперь уже к искусству. Здесь бог Аполлон в окружении муз, там Гомер, другие поэты древности, Пиндар, Сафо, Вергилий, Гораций, великие итальянцы Данте, Петрарка, Боккаччо. Атмосфера высокого подъема подчеркнута мастерским колоритом и совершенным ритмом. На фреске «Афинская школа» представлены мудрецы, увлеченные спором друг с другом. Художник изобразил греческих ученых и философов разных школ и поколений. В центре – Платон и Аристотель. Там Сократ, беседующий с молодым воином. На ступенях расположился погруженный в свои размышления Гераклит. Неподалеку от него возлежит Диоген. Евклид, склонившись вдохновенно, доказывает ученикам только что выведенную теорему. Рядом группа астрономов, за ними в темном берете сам автор величавой фрески. Интересно то, что воплощая идею преемственности и глубинной связи поколений, Рафаэль наделил многих древних героев лицами своих живых современников. Платону придан облик Леонардо да Винчи, Гераклиду Микеланджело, Евклиду Браманте. Эта вещь столь прочувствована и точна в мельчайших деталях, что может показаться, что над ней работал современник всех этих корифеев и мудрецов. Не зря Гёте утверждал, что Рафаэль чувствует, думает и действует, как античный грек. Выразительность отдельных образов и групп в этой блистательной работе усилена композиционными средствами. Платон и Аристотель изображены здесь идущими прямо на зрителя. Рафаэль дал мне такой образец своего мастерства, отмечает Вазари, что этим как бы объявил о своем решении занять неоспоримое первенство среди всех, кто бы ни брался за кисть. А кроме того, он украсил это свое произведение и перспективой, и многими фигурами, выписанными им в такой тонкой и мягкой манере, что папа Юлий приказал сбить вместе со штукатуркой все прежние истории как старых, так и новых мастеров. И таким образом Рафаэль мог один похвастаться тем, что извлек для себя пользу из всех трудов, которые для него были вложены в эти произведения.
Во фресках Рафаэля разум декларируется как высшее воплощение свободы и достоинства человека. Что касается техники, то в грандиозных композициях автор порой запечатлевает до 60 фигур, не повторяя ни одной позы или жеста, и выказывает при этом безупречное чувство меры, соблюдая ритм, пропорции и, что самое трудное, единство фигур и сложнейшего архитектурного фона. Загадка в том, как при такой населенности живописцу удается создать иллюзию простора. Фрески Станца де ла Синьатура стали подлинным триумфом Рафаэля. По окончании этой работы папа поручил Рафаэлю украшение станции Дель'Адоро и станции Дель'Инчендио. Во фресковом цикле «Первая из них» Рафаэль представил романтические эпизоды из христианской истории. Люнеты занимают 4 композиции: «Изгнание Элеодора», «Месса в Бальсене», «Встреча Льва I с Аттилой», а также «Освобождение апостола Петра из темницы». В последней работе Рафаэль с необычной тонкостью передает сложные эффекты ночного освещения, ослепительное сияние окружающей ангела, холодный свет луны, красноватое пламя факелов и его отсвет на латах стражников. Стоит ли удивляться, что с тех пор Рафаэль считается непревзойденным мастером, достигшим в изображении ночи такого сходства, которого живопись прежде еще не знала. Тему божественного вмешательства в события человеческой истории представляют и фрески свода. Неопалимая купина, предупреждение Ноя о потопе, сон Якова, жертвоприношение Авраама. В создании росписи станца Дель'Адоро принимали большое участие художники из мастерской Рафаэля, в том числе один из самых знаменитых его учеников Джулио Романо. Станция Дель'Адоро получила название от главной фрески «Изгнание Элеодора», повествующей о чуде, произошедшем в Иерусалимском храме. Сирийский полководец Элеодор пытался похитить золото, предназначавшееся вдовам и сиротам, и был изгнан оттуда небесным всадником. Хотя сюжет заимствован из Ветхого Завета, здесь просматривается намек на выдворение французов из папской области. Среди созерцающих чудо зрителей изображен папа Юлий II. Его несут кресты к поверженному преступнику. Над данной фреской Рафаэль работал вместе с помощниками, однако «Месса в Бальсене» и «Освобождение святого Петра из темницы» принадлежит целиком его кисти. В конце того же десятилетия Рафаэль и его ученики приступили к осуществлению следующего художественного проекта в Ватикане – росписи лоджий. Одновременно с работой над фресками последней из ватиканских станц Рафаэль получил заказ на создание картонов для 10 гобеленов, изображающих сцены из жизни апостолов и предназначенных для украшения Сикстинской капеллы в дни церковных праздников. Темперой на бумаге, закрепленной на холсте, он создает динамичные картины, основанные на библейских сюжетах, чтобы затем в Брюсселе, в мастерской Питера Яна Алиста, преобразовать их в чудо интерьерного декора гобелены. Здесь и удивительный улов, в котором Симон просит Иисуса взять его ученики, и смерть Анании, и святой Павел, проповедующий в Афинах. Живя в Риме, Рафаэль создает новый, идеализированный тип Мадонны, необычайно проникновенный.
И это при том, что зрительно образы Богоматери становятся более телесными, земными, даже более величественными. Пленительное очарование исходит от Мадонны Альбы. В небольшой по формату Мадонне Грандуки юная Мария вся ушла в себя, бесконечно далекий от окружающих мир. Сдержанное проявление материнского чувства передает мягкий жест ее рук, бережно поддерживающих младенца. Рядом с ней Мадонна де ла Седия кажется почти земной, даже несколько обыденной. Но весь облик ее исполнен истинно человеческого достоинства и спокойного благородства. Молодая мать изображена не в традиционном наряде Мадонн, а в обычной одежде, какую носили в то время женщины в провинции. При всех достоинствах этих замечательных живописных работ самое незабываемое, проникновенное и вызывающее благоговение – это Сикстинская Мадонна. Долгие годы она служила алтарным образом в церкви Святого Сикста. Отсюда и название картины – в небольшом итальянском городке Пьяченце. От Браманда, которому Рафаэль рассказал о посетившем его видении, мы узнаем, как однажды, когда художник во сне молился Пресвятой Деве, что бывало с ним часто, он вдруг пробудился от сильного волнения. Во мраке ночи его взор привлекло светлое видение на стене против самого его ложа. Он присмотрелся и увидел будто живой образ Мадонны, блистающий кротким сиянием. Рафаэль не мог припомнить, как заснул опять, но, встав утром, будто переродился. С тех пор видение навеки врезалось в его душу. Вот почему, по его словам, удалось ему живописать Матерь Божью в том образе, в каком он носил ее в своей душе, и с тех пор всегда с благоговейным трепетом смотрел на изображение своей Мадонны. В ренессансной живописи это самое выдающееся воплощение темы святого материнства. Русский поэт Василий Андреевич Жуковский назвал Рафаэлевскую Мадонну небесной, мимо идущей девой. Он обратил внимание на поразительную особенность этой картины. Богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого движения. Но чем больше смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. «Мадонна Рафаэля действительно произведение великое и действительно вечное», – писал художник Рамской, – «даже тогда, когда человечество перестанет верить, когда научные изыскания откроют действительно исторические черты обоих этих лиц, и тогда картина эта не потеряет цены, а только изменится ее роль, и она останется незаменимым памятником народного верования». Сикстинской Мадонне не может не поражать тонкая одухотворенность атмосферы, гениально воссозданной художником. Все здесь взаимодействует. Воздух, облака, взгляды ангелов, отодвинутые занавеси, изображенные фигуры. И от этого невероятные ощущения движения. Кажется, что Мадонна вот-вот приблизится к краю, еще на шаг другой. Она движется легкой, уверенной поступью. Встречный ветер развивает складки одежды. Старик Сикст, принявший мученическую смерть в 258 году до нашей эры, указывает рукой на землю, туда, куда следует Мадонна, и просит о заступничестве за всех, кто молится ей перед алтарем. Святая Варвара застыла в благоговейном молчании. Эти фигуры несут не только определенную смысловую, но и композиционную нагрузку, подчеркивая возвышенный характер образа Мадонны. Они уравновешивают композицию. Прекрасное, словно воплощенный идеал античной красоты, лицо Девы Марии выражает огромную внутреннюю силу, символизирующую духовность христианского идеала. В
В нем и любовь к младенцу, и тревога за его судьбу, и непоколебимая твердость, и сознание величия совершаемого подвига. В лице и взгляде младенца есть нечто прозорливое и глубокое, а в лице и взгляде матери – младенческая чистота. По словам русского философа Ильина, великие произведения искусства дают возможность осязать блаженство завершенной формы, ее власть, ее зиждущую силу, ее спасительность. Если бы Рафаэль никогда ничего не написал, кроме этой кроткой, босой небесной страницы, закутанной в простой плащ, держащей в руках необыкновенного ребенка, он и тогда был бы величайшим художником. С этими восторженными словами почитателей таланта Рафаэля невозможно не согласиться. Чей прекрасный диктор тронул Рафаэля, что он смог с обнаженным сердцем создать эту неземную и в то же время в каждой женщине живущую нетленную красоту вечного материнства души и плоти. Была ли она, где он встретил ее? Говорят, да, была, та самая дочь булочника из Сиены. Звали ее Маргарита Лутти, или просто Форнарина, то есть булочница. Могла ли эта юная красавица мечтать о том, что станет не только вечной любовью гениального художника, но и, приобщившись к божественному образу, будет восхищать сердца миллионов людей последующих веков? Именно общность типов некоторых рафаэлевских женских образов римского периода породила предположение, что художнику служила моделью одна и та же женщина, его возлюбленная. К их числу относится и Дона Велата, известная как женщина под покрывалом. В письме к другу у Рафаэля есть строки: «Я скажу вам, что для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть многих красавиц. Но ввиду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на ум. Я не знаю, имеет ли она какое-либо совершенство, но я очень стараюсь этого достигнуть». У Рафаэля сложилась своя школа в Риме, где происходило совершенствование мастерства художников. Вазари вспоминал, что между всеми студийцами, работавшими под руководством Рафаэля, царило такое согласие, что каждый злой помысел исчезал при одном его виде, и такое согласие существовало только при нем. Рафаэль жил в Риме, по словам современников, как князь в окружении учеников-поклонников. Рафаэль был не только одним из величайших, но и одним из самых плодовитых художников своего времени. Им было создано более 400 рисунков, многие из которых отражали подготовительный этап к большим произведениям. В 1514 году, после смерти Браманте, Рафаэль стал главным архитектором строительства собора Святого Петра, а в 1515 году комиссаром древностей, то есть ведающим охраной памятников античности. Такие римские постройки Рафаэля, как церковь Санта Лиджи дель Орефичи и капелла Киджи в церкви Санта Мария дель Пополо, по стилю близки произведениям Браманте. Вилла Мадама, начатая Рафаэлем незадолго до смерти и так незаконченная по сложности плана, может сравниться только с античными сооружениями. К лучшим работам Рафаэля, безусловно, относятся и монументальные, исполненные по заказу мецената Агустино Киджи в росписи сводов капеллы, и будто окатывающая зрителя искрящейся жизнерадостной энергией фреска «Триумф Галатеи». Банкир Агустино Киджи был одним из самых влиятельных покровителей Рафаэля в Риме. Его виллу, ныне вилла Форнезина, художник украсил фресками «Триумф Галатеи» и написанной на сюжет из Апулея легендой об Амуре и Психее. Кроме того, Рафаэль расписал капеллу Киджи в церкви Санта Мария де ла Паче.
украсив ее фресками на тему пророки и Сивиллы. В триумфе Галатеи все подчинены свободному радостному порыву, чувственному восторгу. Мир как будто только что пробудился от долгой спячки и торжествует, отдавшись упоительному вольнолюбивому полету. Запечатленные художником существа словно пытаются вырваться за ограниченное пространство картины. Нереиды, тритоны, амуры, дельфины, сама Галатея в пурпурном плаще и с развивающимися волосами все дружно устремлены в манящее сладостным наслаждением дали. Все отчаянно мчатся туда, распространяя вокруг энергию восторга и юной страсти. Так что же это, как не воплощение кипучего духа возрождения, основанного на радостном пантеистическом восприятии мира? Историческая заслуга Рафаэля в том, пишет исследователь его творчества, что в своем искусстве он связал в одно целое два разных мира. Мир христианский и мир классический. Это эллинизированное христианство Рафаэля, возвращенное на почве ренессансного неоплатонизма, вобрало в себя весь опыт предшествующего развития искусства итальянского возрождения, порвавшего с традициями средневековья. С этого момента новый художественный идеал надолго утвердился в искусстве Запада. Стоит еще сказать о прекрасных портретах, созданных Рафаэлем в его Римский период. Здесь и редкий по выразительной характеристике портрет графа Бальтасаре Кастильоне. Именно он проводит Рафаэля в последний путь и создаст проникновенную эпитафию. Здесь портрет папы Льва X с двумя кардиналами и папы Юли II. Очень глубокие работы, в которых глобальные противоречивые проблемы эпохи отражены в судьбе конкретного человека. Папы любили Рафаэля. Один из них даже хотел одарить гениального художника кардинальской шапкой. Вклад Рафаэля в портретную живопись эпохи Возрождения может сравниться только с наследием Тициана. Портреты Рафаэля прошли ту же эволюцию, что и его религиозная живопись. При создании портрета папы Юлия II Рафаэль использовал новый формат. Папа показан в необычном эмоциональном состоянии во время депрессии и болезни. Здесь художник несколько смягчил и возвысил облик этого неистового, своенравного и незаурядного человека. Рафаэлю нравилось отходить от общепризнанных канонов трактовки художественных образов. Вот и кардинал Томмазо Ингерами, библиотекарь папы Льва X, непревзойденный мастер эпистолярного жанра, изображен за письменным столом в момент поэтического вдохновения. Рафаэль не счел нужным скрывать его физический недостаток. Сильное косоглазие, справедливо полагая, что данный факт не играет существенной роли. К этому же периоду творчества Рафаэля относится и портрет папы Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Портретом друга Рафаэля, литератора Бальдассаре Кастильоне, восхищались Рембрандт и Рубенс. С годами произведения этого жанра приобрели у Рафаэля еще большую глубину и значительность. Лев X, изображенный с лупой в руке, рассматривает миниатюры рукописной книги, что подчеркивает его гуманистические интересы. Однако в таких поздних работах, как портрет Иоанны Арагонской и Форнарина, уже просматривается некоторая декоративная усложненность, характерная для манеристического стиля. А завещанием Рафаэля стала созданная на евангельский сюжет «Преображение», незаконченная картина, написать которую он успел только верхнюю небесную часть. Преобразившийся Христос, возносясь над горой Фавор, излучает сияние. Его сопровождают спустившиеся с небес пророки Илия и Моисей. Рафаэль изобразил себя в другом, самом проницательном из всех ветхозаветных пророков Исаии, словно молчаливый представитель всего его гениального художественного наследия, преображение минуты прощания стоялого гроба великого Творца.
Рафаэль скончался от скоротечной лихорадки 6 апреля 1520 года, того же числа, что и родился в 1483 году. Ему не суждено было узнать, что на его прекрасную страну всего лишь через каких-то 7 лет одна за другой обрушатся страшные катастрофы. Войсками Карла V будет разгромлен Рим, а спустя 3 года падет Флоренция. И в художественной летописи мирового искусства перевернется последняя страница, символизирующая великую эпоху Возрождения. Между датами рождения и смерти Рафаэля уместилось ровно 37 лет жизни, ни дня больше. Всего 37 лет, отпущенных судьбой и гению из тех, что редко одаривают своим посещением нашу бренную землю. Но он все же сумел достойно распорядиться своим сроком, выбрав занятия и по сердцу, и по уму, и по отпущенному ему великому дару во благо себе и другим людям во многих-многих поколениях. Чтобы дать себе отчет, пишет Вазари, насколько небо может проявить себя расточительным и благосклонным, возлагая на одну лишь голову то бесконечное богатство своих сокровищ и красот, которое оно обыкновенно распределяет в течение долгого времени между несколькими личностями, надо взглянуть на столь же превосходного, как и прекрасного Рафаэля Урбинского. Легенда повествует о том, как однажды картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна» погрузили на корабль, который должен был доставить ее в Палермо. Налетевшая буря разбила корабль об утес, все люди и товары погибли, и только ящик с картиной целым и невредимым выброшен на берег. И в этой метафоре ключ к вечности, предопределенный великим шедевром Рафаэля Санти.